Скоро эти молодые люди закончат школу и начнут взрослую жизнь, а пока они в поиске, велик соблазн набраться привычек, которые общество давно признало социально опасными. По инициативе руководства 7-го лицея психологи Щелковского социально-реабилитационного центра «Семья» провели занятие диспут со старшеклассниками. Молодые люди в этом возрасте более податливы, ищут себя, им достаточно тяжело себя найти, манипулируют ими каждый кто как может. И в этот момент их надо показать, что можно от этой зависимости избавиться. В основу занятия положена получасовая серия научно-популярных видеофильмов о вреде употребления алкоголя, наркотиков, сигарет и курительных смесей. Психологи уверены, просмотр правильно подобранного видео и звуковой ряд дают подросткам нужную пищу для размышлений. Снижение жизненного тонуса, общая слабость, спутанность сознания. Это происходит после того, как концентрация никотина в головном мозге повышается. Если вы вдруг видите, что ваш друг, либо да, в семье что-то неладное происходит, вы должны обязательно обратиться к специалисту, который бы помог справиться с вашей ситуацией. Много тем, с которыми дети, да, им трудно справиться, они не могут поговорить с родителями, и, соответственно, мы оказываем им поддержку и помощь. Благодаря этой презентации я понял то, что алкоголь намного опаснее, чем кажется. Он очень сильно влияет на сердце и на прочие органы, к примеру, печень и желудок. Лекция в центре «Семья» – одно из просветительских мероприятий месячника «Нет наркотикам», проводимого в первые дни учебного года. В администрации Щелковского района к делу подошли шире и составили план, состоящий из более чем 60 мероприятий «Щелково за здоровый образ жизни» для школьников и ребят постарше. В рамках этого месячника пройдут межведомственные рейды в местах досуга молодежи по выявлению и пресечению фактов распространения сбыта наркотиков молодежи. Также рейды по уничтожению рекламы спайсов. Такой рейд состоялся в микрорайоне Богородский. Молодые люди в майках «Дайте миру шанс» закрасили надписи о продаже запрещенных веществ с фасадов домов. Общение школьников со психологами Щелковского центра «Семья» завершилось, но впереди еще 60 мероприятий, которые пройдут в учебных заведениях Щелковского района. Месячник «Щелково за здоровый образ жизни» продолжается. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».